Всем привет, с вами Александр, это аниме One Piece, 90-я серия, продолжаем смотреть. Сакурахирука, что-то барабан. Ох, мошенник. Да. Тебе сомневаются. Да. Ясно. Да ты соглашайся, он от тебя не отстанет. Дело хорошее. Здорово. Ой. Ой, что это за? О, Санджи. Да. Да.
Ого, да. Командирша-то. Лицо у нее не очень, зато тело хорошее. Да. Да такой ты. Да плевать им на это все. Ну давай, иди. Они все равно тебя приглашают. Да, все. Ну, чё, опять-то тебе тут все хорошо. Ну, вообще-то она не поправилась. Да. Да, что-то задумала.
Да, наверное. Тревожно, какая-то музыка. О, а раньше говорила отправь. Ну скажи еще. Да выслушай его. Ой. Ой. Переборщила ты. Да, такая. Здесь все кончено. Здесь какая-то конченая. Ну, на этот раз это не ведьмины самки, а пиратские самки. О, так вот как. Да уж, да уж. Нет.
Санта-доктор какой-то. Да, Чуховсон. О, вот он, не любите слезливые доставания. Так, ну что это? Нет. Что это? Ясно. Ну да. Он немножко как ребенок. Да. Да, ему так нравится. Потерпите, может, спасти. Ну да, ну да. Неразумный сын. Все уже. Да, что ж, реакция, да, нормально. То есть серия вышла хорошо. Да, доволен. Как-то не зашкаливает. Ну, арка завершена с Чоппером. Ну, вся арка с Чоппером
интересно про доктора. Да, договорец. Все. Да, уж упало, вот. Хорошо, его победили. Да, рад, доволен, наконец-то. История Чопера и этого доктора Шарлатана. Хорошо было. Ну, нормально, я скажу. До идеала, конечно, далеко. И на этой арке... Да, не зашла. Вот предыдущая арка с драконами, где вот погиб дедушка Рю. Вот это было хорошо. Мне добивало до эмоций, до слез. Я их до сих пор чувствую. Еще одна арка с Арлонгом, там рыба людьми. Да уж, я вот слезился там на этом рейсе Арлонга. Ох, хорошо, что его прибили. Доволен я. Что ж. Были еще несколько. Вот еще помню, как они прошли на Гранд Лайн, да уж. Помню еще серию вот с двумя великанами. Да уж. Они вот сотню лет дрались. Да. Выбирали. Вмешались там. Вот я на мгновение расстроился, когда показал, что вот, например, Дори погиб. Ох. А потом осчастливился, когда узнал, что он просто потерял сознание, вырубился. Хорошо. Ну, хорошо, что все обошлось. Ну, что дальше? Да. Что там было дальше? Ах, да. Там они проводили. Помню, как они пробили насквозь эту огромную рыбину. О, а еще я помню гигантского кита. Он был прямо такой здоровенный гигант. Таких китов вообще не бывает больших. Кашалоты похож на историю. То, что его угостили и бросили, да уж печально. Но потом его Луфи его побил. Нехорошо это стороны Луфи. Ну да. Потом с этими наемниками, мистеры, миссы. Очень. Некоторые мне понравились. Вот как та вот принцесса. Блин, забыл ее имя. Да ладно. Прибили там несколько. Еще вот такой кактус. Прям, ух, какая куча могил. Я вообще охерел. Ой. Да ладно. Что дальше? Ну, все, я пока ничего не могу сказать. Ну что ж, если данная реакция вам понравилась, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, шмякайте на колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. С вами был Александр. Это аниме One Piece. 90-я серия. Всем спасибо и всем пока-пока!